лауреатство на фестивале «Обнинская нота». Называется «Часы с кукушкой». Стал этот мир, прекрасный мир, казаться мне пустым и скучным, пустым и скучным. Так почему бы не повесить на стене часы с кукушкой, часы с кукушкой? Они скучать мне не дают, нет, не дают ни днем, ни ночью, ни днем, ни ночью. Ритма добивая убегающих минут, как сердце точный, как сердце точный. Теперь и даром не возьму, нет, не возьму наград и премий, наград и премий. Я несказанно рад тому, чему тому, что знаю время, что знаю время. Откинусь в кресле, в теплом кресле, сам не свой. Пью кофе с ушкой, а чаще с плюшкой. И слышу голос, слышу голос озорной моей кукушки, моей кукушки. Но он вчера нежданно смолк к 7 утра. Вновь грустно стало, так грустно стало. Тогда я понял, эту песенку пора начать сначала, начать сначала. Стал этот мир, прекрасный мир, казаться мне пустым и скучным, пустым и скучным. Так почему бы не повесить на стене часы с кукушкой, часы с кукушкой, часы с кукушкой, часы с кукушкой, часы с кукушкой. Спасибо большое. Теперь я спою новую песню. Настолько новую, что она не успела даже в книжку войти. Называется «Хлеба и зрелищ». Дайте зрелищ и хлеба, отпустите конвой. Дайте мирного неба над моей головой. Социальные сети нас поймали, как рыб. Что осталось до смерти? Ложка красной икры. Дайте хлеба и зрелищ, если есть что узреть. Что не мерят и
успеть бы до смерти починить жернова. Сейчас настал черед спеть песню автора, которая для меня имеет особое значение, потому что он не просто оказал заметное влияние на мое творчество, но и вот получилось так, что именно увидев его, я для себя решил, что вот хочу так же сочинять песни и петь их. Вообще, я заодно еще хочу сказать, как вообще пришел к творчеству в плане предпочтений своих музыкальных. Значит, началось все вот с так называемого русского рока. Где-то класс шестого я вот слушал все это. Аквариум, кино, ДДТ, машины времени там. Потом, через пару лет, я увлекся музыкой Битлз, потому что, конечно, было интересно послушать, кто вдохновлял наших рокеров на подвиги. Но как еще через пару лет я через это пришел к авторской песне, это до сих пор сам удивляюсь. После Битлов меня почему-то вот заглючило в авторскую песню, и до сих пор я из нее не могу вылезти. А автор, который для меня особенно дорог, это Андрей Макаревич. Долго думал, что спеть нового, старого, решил все-таки, что будет старенькая песенка, которая, как мне кажется, пересекается с моими произведениями по системе образов. Называется «Три окна». Я забыл о бурях и о громе, мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме, из него выходят три окна. Первое окно выходит в поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли, и любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети, и один из них, наверное, я. Окно второе вышло к лесу, темный лес поднялся до небес, и от солнца лес создал завес, от вопросов вскрыл ответы. И жизнь идет там по лесным законам, и обугался каждого куста, проходя по тропам незнакомым, в час, когда спускалась темнота. Ровным ветром дышит океан, а за ним диковинные страны, и никто не видел их стран. Словно вечность океан огромен, и сильна спокойствие волна. И когда мне тесно в старом доме, я сажусь у третьего окна. Превратится в воду рек снег, станет облаком седым
победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям два. Спасибо. А теперь я приглашаю на сцену Вадима Левашова, нашего постоянного оператора и видеоархивиста, и исполнителя авторской песни. Первую песню я спою Колину. Называется она «Ненадолго». До времени ни лет, ни сил, совсем не жаль, но жизни целый апельсин жуем мы жадно. То на работу, то домой, то в отпуск мчимся, то говорим наперебой, забыв о числах, звонком с вопросом, как ты там, будить не смея. Заедешь, нет, ты лучше к нам, потом успеем. Но вот уходит друг, и тут мы понимаем, что золотой песок минут, как пыль сжигаем. Здесь наш привал — набраться сил, пусть ненадолго, и дали нам не апельсин, а только дольку. Песня на стихи Бёрнса, у которого сегодня тоже день рождения. Да. Вот. Я ее написал к проекту, шикарному проекту «Оазиса». Таверна. Да, таверна. Итак, как она называется? «За тех, кто далеко мы пьем». «За тех, кто далеко мы пьем». Ну, она в... В таверне называется «Песня странника», да? Путника. Песня путника. За тех, кто далеко мы пьем, за тех, кого нет за столом, а кто не желает свободе добра, того не помянем добром. Добро быть веселым и мудрым, друзья, хранить прямоту и отвагу. Добро за шотландскую волю стоять, быть верным шотландскому флагу. За тех, кто далеко мы пьем, за тех, кого нет за столом, за Чарли, что ныне живет на чужбине, и горсточку верных при нем. Свободе привет и почет, пускай бережет ее, а все тирании пусть дьявол возьмет, со всеми тиранами разом. За тех, кто далеко мы пьем, за тех, кого нет за столом, за славного тыми, любимого всеми, что ныне живет под замком. Да здравствует право читать, да здравствует право писать, правдивой страницы лишь тот боится, кто вынужден правду скрывать. За тех, кто далеко мы пьем,
за тех, кого нет за столом. Привет тебе, воин, что вскормлен и вспоен в снегах на утесе крутом, за тех, кто далеко мы бьем. Книжечка. Спасибо. Вам сегодня одна на двоих. Да. Спасибо. Спасибо. У нас мало места. Так. Ну что же, раз уж